Вот такую баньку нам недавно установили и привезли от фирмы Good House. Мы заказывали со сборкой на участке, так как у нас не очень удачный подъезд. Молодые люди приехали в 7 утра, разгрузили все с машины. И где-то к 5 вечера баня уже была полностью готова. Нам все очень нравится. Она идеально вписалась на наш участок. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Баню заказывали 6-метровую с врезным замком, потому что не часто бываем на даче. Здесь у нас получается комната отдыха. Вот такая. На удивление оказалась очень вместительная. Спокойно может поместиться 5-6 человек. Большое окошечко. Внизу под столом розетки. Электричество все шло в комплекте. Двери мы оставили деревянные. Здесь у нас получается дальше помывочная зона. Так как воды у нас не подведена, сделали вот такие баки. Вот. Дальше у нас парилка огромная. Дети приглашали свою компанию, сидели, все было замечательно. Сделано небольшое окно. Вот такая печка в комплекте шла с камнями. Так что на следующий день после первичной протопки и обжига печки мы уже принимали банные процедуры.